Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы. Сегодняшний обзор я начал с еды, не просто так. Уж очень сладкий этот томат черри магнифика. Самый сладкий черри в нашем ассортименте, который имеет такой замечательный желтый цвет. Урожайность его превосходная. Вы посмотрите, усыпано все. Пустоцвет практически не встречаются. Разве что, если аккуратно сорвать, пока Николай Петрович не видит, съесть, а ему сказать, что был пустоцвет. Такое бывает. Завязываемость этих плодов просто шикарная. Черри Магнифика – это полудетерминантный гибрид. Его можно высаживать и на улице, и в теплице. Но если вы хотите через 85-90 дней от сходов получить урожай сладких черри, то, конечно, высаживайте в теплице, особенно если это средняя полоса России. Если вы, конечно, выращиваете в Ростове, то таких результатов можно добиться, или в Ростовской области. В общем, на юге России вы можете добиться и в открытом грунте. Дорогие мои, я очень рекомендую этот гибрид. Если вы хотите сладости, то это черри Магнифика. Сажайте, формируйте в 2, формируйте в 3 стебля. В открытом грунте допустимо формировать и в 4 стебля, и тогда этот томат вас отблагодарит вот такими плодами. Он очень ранний, укороченные междоузлия, тут их практически нет. Вообще не видно, одни томаты. Ощущение, что непонятно даже, где эти междоузлия, это вот сколько между ними расстояние, очень тяжело определить. Это замечательно. Первая кисть формируется над 7-м листом, это очень низко. И этим самым гибрид показывает, что я буду рано на ваших огородах. Ждите меня, встречайте. Дорогие друзья, схема посадки этого замечательного черри 5 растений на квадратный метр. Можно, конечно, 4, если вы эстет и любите, когда все аккуратненько, красивенько, все привязано к шпалере. Ну так, конечно, и надо. То можно и 4. Но, в принципе, допустимо 5. А в открытом грунте и 6 допустимо, чтобы растения сами себя держали. В открытом грунте выращивайте черри Магнифику как коловую культуру. Вбивайте кол, подвязывайте к этому колу растения, формируйте его в 3-4 стебля в открытом грунте и собирайте вот такой урожай. Дорогие друзья, взвешивать я не буду, потому что я и так знаю, что масса этих плодов от 20 грамм до 30. Но самое главное, что при таком вот размере, при таком замечательном цвете, мы имеем просто прекрасный вкус, устойчивый к заболеваниям, а также его очень хорошо мариновать в баночках. Знаете, как красиво смотрится? У нас в магазине на Первой Останкинской в Москве на витрине они стоят в баночках. Красота! Дорогие мои, сажайте, наслаждайтесь. Я 100% уверен, что вы будете довольны. Если вам понравился сегодняшний обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А с вами был директор агрофирмы «Партнер» Блокин Мечталин Василий и черри Магнифика. До свидания.